Всем привет. Ну что, народ, прокатимся? Сейчас возьмем грузик какой-нибудь и прокатимся. Давайте возьмем вот это вот. Блин, надолго. 920 миль. Короче, 478. Поедем с города Прайс в Альбукерке. Поехали. У нас Питербилт 389 глайдер от Джон Руды с удлиненной базой, заниженной подвеске, с мотором КАТ 3406, 550 лошадей. Хорошая работа. У нас дождик идет. Сейчас мы все настроим. Ну, погнали. Брать груз. Клавиатуре руля нету, нормальные рули стоят денег. Ой, не туда, не в ту сторону. Поверните налево. Все прикольно. Затем продолжайте движение прямо. А вот engine brake, конечно, работает. Двигайтесь прямо. Не так, как хотелось бы. Что у нас, дождик кончился? Так, где наше место? Держитесь левее, затем поверните налево. Поверните налево. Букерке ехать нам 478 миль, 8 часов 46 минут. Берем. Поехали. Так, где у нас прицеп? А вон он слева. Зацепимся. Mm-hmm.
Начинаем движение. Ну, странно, конечно. Раньше такой вот были маяки. Габаритный груз. А сейчас маяков нету. Ну да ладно, у нас есть. Все, мы себе обозначили, что мы везем. Габаритный груз. Ну, правда, этих оверсайзов нету, флажков нету. Приготовьтесь к повороту направо. Ничего страшного. Поверните направо. Скажем так. Это же игра. Так, стоп. Нас тут перекрывает вот. Так, туда подальше его. Вот. Вот мелкий вот этот вот значок, блин, побольше бы его сделать. Держитесь правее, затем продолжайте движение прямо. Двигайтесь прямо. Ну, что там за громыхание? Куда зашибу же? Ограничение 25 миль. Приготовьтесь к повороту направо. Поверните направо. Сейчас повернем. Поворачивает. Полиция едет. Ты что, мне уступаешь? Молодец, спасибо. Держитесь левее, затем поверните налево. Поверните налево. Офигеть, они тут перед носом поворачивают. Конечно. Сейчас мы на хайвей выйдем. Котенок, конечно, тащит 550 лошадок. О, можно все таскать. Держитесь левее.
Ух. Здрасте. Да ну вас нафиг. Кто-то там ушатался, опрокинулся. А мне в объезд езжай. Ага. Сейчас. Тоже сделал этот сисл, вот это дополнительные на приборке информация о траке, скорости, все. Вот днем нифига не видно. Навигатор видно спокойно, на приборке спокойно, тут, как я не знаю, засвечивается. Ночью видно нормально. Но почему нельзя сделать, чтобы днем было видно нормально? Ну вот кто этот сисл делал, ну, я не знаю. Да, конечно, engine brake орёт. На 65 лимит. Ехать нам 7 часов 53 минуты, ну, по игровому времени, 434 мили. Ну, как раз проходим в рабочее время, так что мы можем доехать без остановки на ночлег, на отдых. Жалко, в игре нельзя встретить на дороге траки, которые, ну, так скажем, работают на тебя, водители. Было бы прикольно видеть свои траки на дороге. Но, как говорят, вроде это нельзя. Вроде они как бы есть, но на дороге ты их не встретишь. Своих водителей, свои траки. Да, конечно. Держитесь правее, затем съезд справа. Ну, поехали. Съезд справа. Приготовьтесь к повороту направо. Поверните направо.
двигайтесь прямо. Да, виды здесь, конечно, прикольные. Еще бы лучше бы графику сделали в этой игре. Было бы, конечно, обалденно. Еще бы RTX бы сделали. Вот был бы огонь. Ну, может, когда-нибудь и сделают. Тоже прикольно. Да. У тебя вот в стеклах все отражается, а грузовик, трак в стеклах не отражается. Чё нам 6:30 осталось? Держитесь правее. Время-то 7:20 вечера, уже темнеть начинает. Что тут за ремонты? Ух. Еще стоим, пропускаем.
Садитесь левее, затем поверните налево. Поверните налево. Сужение. Перестраиваемся. Держитесь правее. Вот, включая бикон, у нас горит свет. Выключим. Поедем на круизе. Сейчас он прямая. Светится у нас все отлично. Двигайтесь прямо. Да, конечно, освещение сделали получше. Раньше прям совсем какой-то убогий свет был. Сейчас как-то... О, мы едем мимо весовой. Весовая нам дает добро. Weight Station. Так что нам заезжать и взвешиваться не надо. Отражение в стеклах, витринах, когда ты проезжаешь, у тебя в стеклах все отражается. Ну сейчас нет, ну что, вот днем, конечно, да. Thank you.
приезжай. Мы перестроимся. Там сужение. Успеем, не успеем. Двигайтесь прямо. А не успеем. А? Красавец. Миль еще нам проехать. Это дальний. Двигайтесь прямо. Что такое? А, 55 миль. На этих фарах, да, чуть надо будет другие поставить. Фары. Там посмотрим, будет ли рядом мастерская. Надо будет поменять. Приготовьтесь к повороту направо. Успеем, не успеем. Успеем. Так. Ограничения. Конечно, отключить, но это уже будет неинтересно играть. Он тоже спереди экскаватор везут.
Тоже была бы информация за место навигации. Вот эта вот информация о перевозке груза. У нас 5 часов до сна. 6 часов осталось до доставки. Ну, общее. А так нам ехать 3 часа 5 минут. Вот сделать бы это за место навигации. Навигатор можно другой поставить, там на стекло, под козырек, на торпеду. Это постоянно вот тыкать, смотреть, сколько тебе осталось по времени. Конечно, было бы прикольно видеть за место навигации. Что ты тормозишь? Тут ограничение, населенный пункт. Двигайтесь прямо. Двигайтесь прямо. Это лень. Он проскочил, а я не успел проскочить. Сейчас, погодьте минутку. Продолжаем. Поехали.
Держитесь правее. Сколько нам? 2 часа. Так что сейчас долетим быстренько. Хотя вон справа там тоже трак топит нормально. Где он? Я его не вижу. А вон он.
ограничитель тут нормальный. Валим нормально. 75 миль. Идем 70. Так что скоро будем. Нам осталось 37 минут. Все, мы почти приехали. Успеем их обогнать-то до поворота-то? Блин, походу нет. Давай попробуем залезть. Держитесь правее, затем съезд справа. Выпускает. Давай. Съезд справа. Ну как мы четко зашли. Держитесь правее, затем поверните направо. Успеем, не успеем на зеленый. Поверните направо. Да, не успели. Ну, ничего страшного. Подождем. Прямо. Держитесь правее, затем поезд. И вот сюда. Налево. Мы прибыли. Все, мы прибыли. Давай поставим сюда им. Опа, а не поставим. Оп.
Черт. Чуть-чуть. Ну ладно, ничего страшного. Груз мы с вами сделали, прошли 464 мили, затрачено 10 часов, израсходовано 63,3. Все, сохраняемся. Всем спасибо, всем удачи.